Здравствуйте, это канал Максимадзе, и давно не было Hello Neighbor уже, и пришло время вновь сыграть. И сегодня речь пойдет о фанатской игре Hello Neighbor Hidden Spirits. В 2021 году, если я не ошибаюсь, мы играли уже в фан-игру с таким названием, но там был дом из второй альфы. А сейчас тут несколько месяцев назад вышла версия, в которой вот такой вот трехэтажный дом появился. И вот такое вот красивое меню. Но, правда, это демо-версия, не полная еще все равно. И она, к сожалению, без недостатков. Я вам честно скажу, я записываю этот ролик уже второй раз подряд. К сожалению, недостатки, недоделки тут еще присутствуют. Присутствуют баги, которые могут сделать прохождение игры невозможным. Но, в принципе, извиняюсь. Фан-игра прикольная. Тут помимо основного вот этого дома есть еще аркад-мод некий, в котором есть дом из преальфы. Причем я уже на несколько секунд посмотрел, там даже второй этаж есть. То есть это преальфа со вторым этажом. Причем с целостным довольно вторым этажом. И есть еще дом из второй альфы. Я думаю, этот режим надо будет посмотреть в отдельном видео. Это видео мы посвятим тому трехэтажному дому. Уровень АИ Скари страшный. Ники должен умереть, я полагаю. То есть, видимо, самый хардкорный режим. Извиняюсь. Not scary, то есть не страшный. Not too scary, то есть не сильно страшный. Короче, это уровень сложности. И я думаю, я легкий выберу, когда буду это проходить, чтобы осмотреть дом, все изучить и как-то получше пройти. Ну, а сегодняшнюю серию мы посвятим этому большому дому. Собственно, там еще была кнопка с настройками, но в ней находятся только настройки графики. Давайте сыграем интро. Игра я скачал в Game Jolt, страница у нее. Извиняюсь, с этим насморком беда вообще просто. Холодная погода же наступила. И вот он, этот дом самый большой. Даже есть комната еще одна в нашем доме. Да что ж ты будешь делать? Подлагивают немножко катсцены. Ну что ж, короче говоря, теперь надо подождать, пока прогрузится пол. А я хочу в это время вот что сделать. Я сделаю чуть-чуть тише, потому что совсем уж как-то громко идет это дело. Итак, собственно говоря, смотрим наш дом. Здесь спальня имеется. Есть еще закрытая дверь, которая, наверное, на второй этаж идет. Но она, к сожалению, закрыта. Второй этаж мы не увидим. Есть еще туалет. Душа, ни ванны нету. Есть иконка, которая справа. Это индикатор шума, который я бы на месте разработчика в угол бы какой-нибудь поместил, а не вот сюда. Собственно говоря, давайте входить в дом. Вообще можно на этой кровати даже... А, нет, прятаться можно только. Второго этажа нету, действительно. Либо я не знаю, как на него попасть. Ну-ка, если обойти. Есть еще дверь, которая закрыта на замок.
сарай, но там нет ничего, по-моему. Можно туда не пробираться, там ничего нету, похоже. Давайте изучать дом соседа. Собственно говоря, первое, что нужно сделать, вот как я насколько запомнил, я готовился немного, потому что мод не без недостатков, я второй раз уже записываю это видео. Нужно вон там генератор включить. Вот там есть генератор, его нужно включить. Еще вон там находится сарай запертый, собственно, от него нам тоже нужно будет найти ключ. Здесь заперто. А искусственный интеллект, собственно, можно только в аркад моде поменять. Здесь, к сожалению, не, в этом режиме нельзя. А искусственный интеллект тут очень такой развитый. Сосед реагирует буквально на каждый шаг практически. Поэтому... Вот, он... Даже индикатор шума показывает, что он может отреагировать на это. Вот, он нас уже поймал, причем так внезапно. Но когда мы ходим на цыпочках, сосед нас не слышит. Ой. О, у него ключ висит. Правда, ключ, по-моему... Я не нашел двери, к которому этот ключ бы подошел. По-моему, ну разве что только к тому сараю, оттуда за... Да что ж ты будешь делать? Я же не на твоей территории уже был. Когда мы... Ой, извините. Когда мы садимся на цыпочки, то сосед нас тогда не слышит, и двери в этом... В таком случае будут открываться медленно. Ну, за этим исключением только. Но вот сейчас, вот видите, она медленно закрывается, чтобы нас сосед не услышал. Вообще, тут спальня, пожалуй, есть. Есть даже шкафы других цветов. Открываем эту дверь. Интересно, получится ли у нас ключик этот отобрать, а? Блин. Жалко, увидел. А он хотел лечь спать, и он когда спал, я бы мог этот ключик стащить. Вот он за нами бежит, может быть, я смогу украсть у него ключ, когда он... Давай, давай, ключ, 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 дай мне ключ. Опа. Я вроде бы ключ поймал, но предметы не сохраняются в инвентаре. Они тут попадают. Нет, нет, ключ у него на поясе по-прежнему висит. Вон он, ключик, отдай. Да блин, я нажимаю F, он меня сразу хватает. Ну ладно, хрен с этим ключом, я все равно не нашел двери, которую можно было применить. Подвал можно и без него открыть. Сосед может выполнять действия какие-никакие. Ладно, будем идти и заниматься делами. Собственно, вот закрытая дверь. Давайте щеколду эту откроем. Скрытный режим тут в доме. Есть пила, правда, она не берется. Сюда попадают вещи, которые мы потеряли, когда наткнулись на соседа. Но, правда, ключ исключением является. Которая у соседа. Потому что... Блин, тут закрыто. Причем на выключателях есть вот такая вот пометка. В какую сторону включать, в какую выключать. Чтобы было понятно для тех, кто не понимает.
В одном из ящиков лежит пароль от одной двери. Что-то ни в первом, ни во втором нету. Я полагаю, он может в рандомно появиться. Нету. Вообще не увидел меня. В скрытном режиме он вообще плохо меня, похоже, видит. Надо на кухню пробраться, потому что там надо дверь одну открыть. Открыть одну дверь нужно нам. Вот. Чтобы было удобнее. И теперь надо, короче, обыскивать шкафы, чтобы найти бумажку с паролем. Пароль всегда рандомный, он не один и тот же. Какой именно двери, узнаете чуть позже. Так, ладно, в этих местах пароля нигде нету. Когда я на цыпочках иду, он вообще меня, видимо, не видит. Если мы вплотную, конечно, к нему не подойдем. В этом ящике тоже нету. В этом фонарик есть. И в этом ящике нету. Может быть, в том ящике есть. Нет. В каком же ящике пароль-то лежит? Он в рандомном, похоже, всегда лежит. Ладно, будем искать со временем. А мы сейчас проберемся на второй этаж. Там действительно есть что посмотреть. Ой, блин. Проверим этот ящик. Нет, этот тоже пустой. Эти двери заперты. Пока походим здесь. В скрытном режиме. Здесь нету, здесь нет, здесь тоже нет. Проверим этот ящик. Нет, этот тоже пустой. Я играл два раза, он лежал все время в гостиной, правда? Я первый раз смотрел. Правда, первый раз в одном ящике, второй раз в другом. Очевидно, он рандомно спавнится. Пароль. Но я, насколько понял, эта комната, она не обязательно та для прохождения. Но там она нужна для одной не очень важной детали. Но все же хотелось бы найти все-таки код и проверить, тем не менее. И эти ящики пустые. Дверь закрыта. Так, во, медведь. Медведь нам пригодится. Может быть, в этом ящике есть? Нет, пустой. Может быть, здесь? Нет. А
может быть здесь? Нет, этот ящик тоже пустой. Короче, вот для чего был нужен генератор. Здесь находится ключ, и этот ключ от двух дверей. Правда, надо открывать их в определенном порядке. В кое-каком определенном порядке. Убираем стулья, которые... Здесь вот как раз-таки мы поднимались. А здесь... А вот здесь камеры. Давайте камеры выключим. Ух, видели этот бак только что? И этот пустой. Короче, этот ключ от двух дверей. Так, вот еще ящики. Эти все пустые тоже. Так, вот здесь открываем дверь. Это тоже одна из закрытых дверей, которая была возле лестницы. И здесь тоже нету. Так, вот где первая дверь это была? Опа, он что, тут что ли был? Фигово. Что он там делал-то? Ладно, проберемся еще раз туда. Правда, придется сначала в котельную зайти и забрать там потерянный ключ. И медведя. А, кстати, медведя. Давайте сразу... А ключ? Где ключ-то? Ключ пропал куда-то. Понятно, ключ почему-то не вернулся. Вообще он должен возвращаться. Короче, придется ставить игру на паузу и перезапускать ее по новой. Так, я поставлю на паузу. В общем, продолжаем. Этот ключ, короче говоря, от двух дверей. И вот одна из них, это вот эта дверь на третьем этаже. Их надо открывать в определенном порядке. Сначала обязательно нужно открывать эту дверь. Придется комоды обшаривать по новой. Ну, я не думаю, что прям обязательно. Потому что этот пароль, в принципе, не обязательно. Там та дверь не обязательно, в принципе, для прохождения. А вот вторая дверь, которую нужно открыть, она находится вон там по пути. Вот она. Открывать нужно было, именно начинать с той нужно было. Потому что если эту сначала открыть, то та не откроется уже, ключ не будет применяться. Ну или может быть у меня баг так сработал, но я на всякий случай рисковать не буду. Я, короче, достал здесь отмычку. Вот только бы отмычка бы сейчас так же не пропала, как ключ этот желтый пропал. Так, бежим в котельную, надеюсь, ничего не пропало. Так, я вот так камеру иногда буду крутить, чтобы курсор в бандикам не уехал. Вот и отмычка, и медведь. Давайте займемся медведем сразу. Короче, кладем его туда. Закрываем и запускаем. И куда он исчез? В смысле?
А, вот он, сюда куда-то, сюда попал. Короче, тоже, видимо, баг. Короче, этот ключ от подвала. Короче, один из замков открыт. А отмычка нужна для сарая. Давайте займемся сараем. Ой. Тут еще могила, надо ее будет вскопать. Так, окей. Здесь у нас отбойник находится. Отбойник. Он нам обязательно пригодится. Секундочку, а в каком месте сосед был? Я его только что услышал, но не понял, где он был. О, а как ключ сюда попал? Я его что, тут разве кидал? Что за ерунда? Так, он нам нужен вон в той двери. Закрываем пока двери. Давайте осматривать дальше комоды. Придется причем по новой их просматривать. Так, вот тут решетка, надо ее потом. О, я нашел пароль. 4754. Идем открывать. 4754. 4754. 4754. Вот. Открыл. 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 Собственно, в этой комнате находятся пилюльки, которые можно будет... с помощью которых можно будет уложить соседа спать. Однако... И это нам позволит украсть ключ. Однако этот ключ вовсе не обязателен. В общем, здесь нам понадобится отбойник. Просто каждый кирпичик выдергиваем. Теперь можно пройти. Что за прикол с этими предметами? Чего они так странно падают? Так, давайте закроем дверь, чтобы он нас тут не увидел. Так, короче, решаем примерчики. Так, убираем двойку. Она тут лишняя. Так, ну вот здесь сразу понятно, что 8. Вот здесь. Тройка. И пятерка вот здесь. Короче говоря, здесь ключ от машин лежит. Нам решение примеров открывает эту дверь. Изначально она закрыта. Здесь мы включаем генератор. Что он нам откроет, это мы узнаем чуть позже. Нам нужно открыть багажник от автомобиля соседа. Еще нам надо решетку будет тут открыть. Чтобы ее открыть, надо... Давайте пилюльки возьмем тоже и подсыпем их молоко. Правда, я не знаю, как я буду следить за тем, когда он пойдет спать. Куда именно он пойдет спать. Тут же несколько спален в этом доме. Короче, действительно, в... Действительно, в разном комоде пароль будет лежать рандомный. И пароль сам тоже рандомный. Здесь лопата лежит. Надо лопату использовать. Ей мы вскопаем эту могилу, в которой находится ружье. А теперь давайте применим, собственно, пилюльки непосредственно. Бежим, 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 бежим! Блин, 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 блин. Дальше он не заходит, слава богу. Давайте аккуратно следовать за ним.
position second to none. We have a long way to go in the space race. Так, 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 так. Молоко вон там лежит. Как вот я только буду следить за тем, как он будет пить молоко. Видимо, придется тут затаиться и сидеть ждать. Оно еще светится так. Специально, типа, засвечено, помечается молоко так. Ну вот когда он только пить его будет? Я вот не знаю, сколько мне придется ждать. Давайте займемся пока другим делом. Откроем решетку. Для этого надо обратно выключить тот генератор. Так, давайте издалека посмотрим, куда он пойдет. Так, ну он сначала что-то делать тут будет. А, я не выключил же генератор. Так, ну дверь тут немножко косяки, конечно, имеются. Выключаем генератор. Когда он включен, решетка та закрыта. До этого догадаться не так просто, но это реально так. Вот она. Открылась. И открывается теперь вот эта решетка. И нам тут нужно сыграть. Конечно же. Попал в одного типа, хотя, чтобы они выбыли как-то сложно. Ну, долго. И нам открывается проход, в котором мы найдем молоток. Ой! Он может нас услышать. Так, одна из закрытых дверей здесь. Не только от подвала, еще двери есть вот здесь. Так, ну хотя бы дверь открыл. Я надеюсь, молоток не попадет. Я, правда, молоток выбросил там. Либо он среди потерянных вещей окажется, либо... Да что ж такое? Либо он в потерянных вещах будет, либо... там, где я его бросил. Ну, давайте посмотрим, что у нас там. Вот молоток. Да, я его тут бросил, вот он тут лежит.
Всякие страшные рисунки. Тут вот ключ карты. Собственно, подвал мы уже можем открывать. Но... Ой, блин. Короче, давайте не будем все-таки его преследовать, а давайте подвал открывать. Я, конечно, надеюсь, никакой предмет не исчезнет. Если вдруг, конечно, мы заметим, что он заснет, то попробуем. Так. Блин, вот здесь. А так довольно рискованно это делать сейчас. Хорошо, открываем подвал. А давайте еще раз применим. Он уже спал, видимо. Подвал открыт. Но мне было бы интересно все-таки за молочком проследить. Давайте посидим, подождем его. Так, о, пошел пить молоко. Дождался. Теперь аккуратно следуем за ним. Нет, не получилось. Да где он, блин? Короче, не получилось все-таки. Давайте не будем этим делом заниматься. Я думал попробовать сарай тут открыть и посмотреть, может там реально все-таки что-то есть. Но, скорее всего, нет. Рискованно это дело. Я, наверное, не буду все-таки это проворачивать. Давайте просто и пройдем в подвал и все. А, в смысле, я же открыл. Хорошо, еще раз нажимаю. Он закрыт. Ну как так-то? Я же все сделал. Придется еще раз ставить на паузу и перепроходить. Так, короче, добыл я все по новой. Сейчас попробуем еще раз. Надеюсь, сработает, потому что что-то какой-то, видимо, баг произошел. О, в этот раз сработало. Баги — это всегда плохо. Баги — это всегда плохо. И опять за... Короче говоря, что в первый раз я проходил, что во второй раз подвал у меня зависает. Вообще не попасть мне в него. Оба раза у меня зависло, я не смог туда попасть. Короче, ну чтобы тем не менее мы с вами посмотрели подвал, давайте посмотрим, досмотрим уже в прохождении в Ютубе. У того, у кого получилось туда пробраться, у кого не зависло. Я не знаю, почему у меня не работает, но, видимо, придется на Ютубчике посмотреть. Но я так полагаю, я смотрю короткий подвал. Кула, молоток лежит. Секретный проход в холодильнике. Печка, которая работает. Какая-то музычка играет. Ну, оттуда пришел он. Тут завалены лежат.
Видимо, там ничего нету полезного. Давай, в тот секретный проход иди. В холодильнике. Естественно, закрывать надо дверь за собой. И эту тоже. И тут еще один спуск дальше идет. Ну, впечатляюще. Здесь идет уже подвал оригинальный из Альфы 2. Также погоня и побег от соседа. Также три ключа. Какие-то крики тут еще творятся. Что-то не продумал про генератор автор видео сначала. Не тушитель там хоть видит. Манекен, который бьется об стену. И еще один спуск вниз. Это же какой глубокий подвал-то здесь. Невидимая стена, что ли? И все. В общем, такая вот модификация. Ну, я пока, наверное, не буду никакой оценки ставить, потому что это демо-версия. Я надеюсь, она будет продолжаться. Ну, а так, из того, что есть, в принципе, неплохо. Неплохо. Дом хороший. Но есть баги, которые делают процесс, дальнейший процесс, из-за которых приходится, короче, перезапускать игру. Это неприятно. На такие вещи надо исправлять. Это не дело. По поводу... Ну, еще подвал у меня почему-то не грузится. Ну, по поводу аркад-мода, где это при альфа со вторым этажом, и там еще альфа вторая есть. Если там реально будет что посмотреть, я по ним сделаю отдельное видео. Так что обязательно ждите. С вас лайкос, подписался, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.